Дорогие друзья, мы начинаем следующую программу нашего не очень большого концерта-марафона, который называется «Вино к мастеру». И посвящен этот концерт посвящению памяти нашего учителя, великого русского композитора Сергея Михайловича Слонимского. Который был не только замечательным композитором, но и прекрасным педагогом. И он воспитал огромное количество выпускников, которые сейчас живут в самых разных странах. И поэтому вот среди тех музык, которых прозвучит сегодня в нашем зале, некоторых композиторов нету физически, но они мысленно с нами. 18 посвящений Сергею Михайловичу прозвучит сегодня в программе. Композиторов, которые закончили класс Сергея Михайловича, гораздо больше. Но вот так получилось, что 18 посвящений сегодня прозвучит. А вся программа этого концерта, она издана издательством «Планета музыки». И я хотел бы представить музыкального редактора этого издательства, Ксению Правосудову, которая вручит после каждого произведения ноты авторам или передаст их мне для того, чтобы потом авторы забрали у меня из дома. Пожалуйста. Сергей Михайлович был очень интересным человеком, оригинально мыслящим и прекрасным педагогом. Я помню, что в его классе учились самые разные ученики, которые писали и в совершенно авангардном ключе, и довольно академичную музыку. И там, я помню, что, например, такой был композитор-песенник Мигуля. Вот он тоже закончил консерваторию у Сергея Михайловича. То есть не было такого диктата у Сергея Михайловича. Он всегда стремился развивать то, что заложено в природе композитора. И его девизом, как я помню, была такая очень короткая фраза. «Не должно быть никаких запретов, кроме запретов на запреты». Вот это, мне кажется, очень важная черта его педагогического мотто. И вот сейчас я не буду объявлять каждое произведение, у каждого из вас есть программка. Пожалуйста, сейчас мы позовем на сцену Сергея Осколкова-младшего, и ряд произведений сыграют сами авторы. Пожалуйста. Thank you.
автомобиля передам в Берлин.
автору. Хорошо.
Thank you.
Thank you.